Значит, империя Карла Великого. 742 он жил по 814 год. Так вот, на Западе реакцией на арабские завоевания было возникновение империи Карла Великого. И уже из Римской империи образовалась его империя. Я напоминаю, какая связь с арабскими завоеваниями. Линия каролингов началась с Карла Мартелла, который победил, остановил арабов, они не вошли в Европу. Он остановил их на границе Франции. Помните, рассказывал это, да? Они взяли Испанию, и здесь были остановлены. Францию они уже не вступили. А Испания потом будет освобождена. И вот Карл Мартелл оказался спасителем западного христианства. И это было не случайно, потому что, помните, я вам говорила, что все готы были арианами, а франки были католиками, ну как-то правоверными, правильно славящими, ортодоксами. И они были ближе к папскому престолу. Карл Мартелл поддерживал Бонифация. Ну-ка, кто такой Бонифаций? Апостол германцев, дуб, который срубил. И вот это было во время Карла Мартелла, и Карл Мартелл поддерживал его. Вот вам это, Карл Великий уже будет. Карл Мартелл – это дедушка Карла Великого. Я просто хочу показать, в каком сиянии, в какой роскоши восседает император Карл Мартелл. Об императоре пока речи нету. Пока идет франки, и у них, значит, Карл Мартелл, потом будет Пипин Короткий, потом будет Карл Великий. Это будут каролинги. Значит, Пипин Короткий, если Карл Мартелл был мажордом, управитель дома королевского франков, то его сын Пипин Короткий, он будет королем Франции. И тоже защищал папский престол, тоже воевал, еще не были христианизированы ломбардцы и саксонцы. У вас карта должна быть, империя Карла Великого. Значит, после империи, Римской империи, осталось два великих, наследника. Послушайте, это немножко в сторону от Карла Великого, но это поймет, почему императором он стал. Значит, это закон и муниципалитет. Это два наследника могущества Римской империи. Закон – юриспруденция. Очень развитая юриспруденция. Вспомните Цицерона, его речи. Все изучали риторику именно на латинском языке, чтобы, собственно, в суде выигрывать дела. Ну, закон. И еще муниципалитет. У нас есть муниципалитеты сейчас. Они так называются, но они не знают сами, что они такое. Им тоже такая лекция нужна. Муниципалитет – это знаете что? Это если весь Рим будет завоеван, а один город нет, этот город будет вполне дееспособен и жизнеспособен, достаточно, у него все есть. У него есть своя промышленность, своя торговля, свои организации, свои начальники, свои все связи. Вы понимаете ли? То есть он самодостаточен, и он не зависит от других. Муниципалитет. И народ, и духовенство подчинялись законам. Это закон, разработанный многими поколениями, памятником былой славы Рима. Я уж не буду песни петь в пользу закона. Нам всем известно римское право. И потом вот эта вот независимость отдельных образований, то есть очень сильная местная власть. Вот тут еще о Карле Великом еще картинка у меня есть. Карл Великий попирает языческие святыни ломбардцев и саксонцев. Ногой там пинает их разрушенные их святыни. Карл Великий был огромного роста, могучего сложения такого. Он действительно был великий еще и по внешности своей. И он еще
был, он наследовал своему отцу, королю Франции, наследовал и был королем Франции, пока еще не императором. Он очень успешно организовал власть в этой Франции. У него были его собственные стрелы, так он называл, чиновников, чиновничество, очень эффективное. Когда он слышал, что какой-то феодал там, на том краю, обижает крестьян, забирает у них жен там, топчет их посевы, ну что-то такое несправедливое. Он угрожающую ноту посылал феодалу. Если тот не слушался, туда посылались его стрелы, и следом за стрелами войско, и там будет от этого феодала мокрое место. Но до этого никто не доводил. Все знали его энергию, его активность, быстроту реакции. И поэтому при первых таких намеках, что король знает это, значит, там все налаживалось. Он одержал в подчинении всех феодалов с помощью своих стрел, так они назывались у него. Ну, потом языческие святыни попирал, завоевал для христианства огнем и мечом ломбардцев и бургундцев. Ломбардцы – это север Италии, они были язычниками. И вы знаете, что после этого, когда все враги царского, папского престола были уничтожены, потому что ломбардцы все время, ну это север Италии, они все время покушались то ограбить папу, то Рим ограбить, то папу свергнуть, понимаете ли? А франки исторически так сложилось, что они поддерживали папу. Все хорошо понимают, почему, да? Потому что это были единоверцы. Они не были арианами, как другие готы. Они были ортодоксами, католиками. Так вот, и папа Лев III обдумал, как сделать его императором. Вы понимаете ли, что давно уже все жили муниципалитетами, давно уже все были самодостаточны, и империя ни к чему была. Но народ мечтал об империи. Я не знаю, сколько еще времени в нашей стране мы будем помнить нашу империю и мечтать о ее восстановлении, и как-то такое объединение. Ну, если кто следит за прессой, вы видите, это постоянные какие-то мечты. Вот. Ну и выбрал он подходящий момент. Послушайте, значит, во-первых, ну, момент подходящий, потому что он победитель. Победитель исконных врагов папского престола. Победил этих. И обратил в христианство. Но момент еще был вот какой. Вы понимаете ли, он не мог делать никого императором, потому что живы были восточные императоры, которые имели прямую власть над... Они были императорами природными. Понимаете, Карл вообще он был франк. Они юридическую власть имели, как бы, да, фактически-то они там ничего не решали. Да, но дело все в том, что она могла претендовать, императрица тогдашняя Ирина, на власти на Западе. Она была очень красива и очень талантлива. А момент был выбран удачный, потому что она была очень преступная. Она ослепила собственного сына, чтобы ей править, чтобы он не претендовал на власть. Желая власти, она преступлением достигла трона. Она свергла и ослепила своего сына. Трон мира был осквернен. И поэтому как бы этот претендент на престол был убран. И открыта дорога для коронации Карла. Значит, понятно, заслуги заслугами, но еще должна быть юридическое основание. При живом императоре кого-то выбирать императором, если уж ты хочешь иметь императора, так ты возьми тогда императора Востока. Ну вот. И вот за дату легко запомнить, это 800-й год. 800. Вот есть такая фреска, мозаика, в Латеранском соборе Рима, это главнейший собор.
Так, сидит на троне Петр. Видите, да? И он дает одной рукой папе, он дает знак папской власти, белый шарф. Называется этот белый шарф палий. Означает он Духа Святого, который вот облекает этого папу. А другой рукой он дает знамя боевое Карлу Великому. Понятно? То есть каждому свое. Этому знамя, этому палий, таким образом вот признавая, что это император. Понятно? Как раз вот эта фреска. Все видят знамя? Вот это вот Карл Великий, который знамя получает, а этот белый шарф палий. Знак сошествия на него Духа Святого. Вот. Поэтому за эти многочисленные заслуги в 800 году был коронован Франк Карл. Это было объединение кого? Римлян с кем? Ну, с франками, да? Но франки кто такие? Это тевтоны. Это германские племена. Вы понимаете, что Рим и германские племена объединились. Рим и варвары. И поэтому вот это вот эти все моменты нацисты очень хорошо знали, в отличие от нас. И у них песенка была «Германия над всем», «Deutschland über allen», над всеми. Потому что вся Европа, она сформировалась благодаря империи Карла, который был тевтоном. Ну, французы, это все от германцев. Все готы — это были германские племена. Разные. Как образовалась Европа? Европа образуется из империи Карла Великого. Сейчас я вам достижения Карла Великого скажу для памяти. Первое, что он сделал, он завоевал саксонцев и ломбардцев, в христианство обратив их. Он наладил четкую систему работы чиновников, назвал их своими стрелами и направлял их во все места, где какие-то проблемы возникали. Его воля везде исполнялась. Он разрушил языческие святыни. Он насадил церкви. Это уже, видимо, в следующий раз, когда приеду, буду показывать картинки. Картинки-то я не взяла. Есть картинка, как любимая картинка. Вы знаете ли, он ходит и смотрит, как строятся церкви христианские. Он очень много церквей построил. А какой-то работник обтесывает камень. И он это делает с такой заразительной энергией. Видно, что у него каждая жилочка на это вот обтесывание. То есть Карлу приятно, приятно смотреть, но и мне тоже приятно на такой труд смотреть. Не шаляй-валяй, с огромной энергией. Можно ли его назвать христианином вообще? Да, теперь значит так. Он, я могу только признаки сказать. Он верно служил папскому престолу. Он очень любил слушать Писание и христианских писателей, и особенно любил слушать Град Божий Августина. И мы читали каждый вечер. Очень много церквей построил. В жизни христианином он не был. У него семейная жизнь, она, жена была сама по себе, а его любовные приключения сами по себе. Но больше всего времени он проводил не с женами, или кто там у него был, а с дочерьми. У него было две дочери, которых он без ума любил. Они с ним носились верхом на лошадях, они на всех приемах с ним были. Он, значит, дееспособную бюрократию создал. Он образованием занялся. Он увидел, что священники невежественны. Вы знаете ли, время от времени на Западе перетряхивали всех священников, когда то ли какой-то папа такой активный, то ли вот император. Они начинали смотреть, как он проповедует, что он читает, а ничего не читает. Проповедует, читает по книжечке там что-то. Вы понимаете ли? И вот он занялся прежде всего образованием священников, а потом он
первую создал дворцовую школу в Аахене. Аахен было место его резиденции. И в эту школу он выписал из Англии дивного богослова, дивного умницу. Это тоже все, я образ представляю его, Алкуин. Алкуин, который, собственно, руководил, организовал, приглашал преподавателей для дворцовой школы в Аахене. Это учились уже не священники, а это учились вот его стрелы эти, кого он посылал, его помощники, его окружение училось в этой дворцовой школе. Светское образование. Ну вот, и у него была богатая по тем временам библиотека, и он очень любил читать духовную литературу. Но на отношения церкви и государства у него были свои взгляды. Эти взгляды переживут и его время. Если, значит, государство – это тело, а церковь – душа. Ну и вы знаете, что такие взгляды были и у отцов церкви, да? Что в теле душа, то в мире церковь. Мы вчера читали Диогнету послание. То есть существует как бы глава небесного и глава земного. Подобие Божие имеется и в папе, и в императоре, подобие Божие. Но у них вот разные функции. Должна быть взаимная поддержка церкви и государства. Оппозиция одного другому немыслима. Государь обязан преследовать ереси, как предательство и измену государству. Так, чувствуете? В этом взгляде заложено тоже будущее инквизиции. Я хочу сказать ужасное явление вот, истории инквизиции. Оно, видите, как издалека. Помните, Юстиниан сказал, можно отнимать имущество у тех, кто неправильно поклоняется Богу. А здесь единство власти. Поэтому государство преследует ереси, как предательство государственное. Понятно? Не как дело церковное, а как государственное. Ну, в России у нас тоже такая же проблема была, потому что, ну, например, Раскольников там или старообрядцев, кто их преследовал? И церковь, и государство. Вот. Постепенно развивалась тенденция считать государство какое-то церковь как бы второстепенная, чем государство. Во времена, описываемые вот эти нами времена Карла Великого, сыграет подложный дар Константина. Он сыграет очень большую роль для укрепления папства. Но это подложный. И только перед реформацией будет разоблачение. Якобы Константин, умирая, даровал церкви право церковным иерархам быть как царь. То есть папа и его кардиналы имели право носить там мантии, короны белых, на белых лошадях, ездить. Ну, весь этот обстановка вся, весь антураж императорский, что высшие иерархи имеют право это все, этим все пользоваться. Это якобы был дар Константина. И он был подложный, документально оформленный, но это был подложный. Вот. Папство соперничало с империей, но никогда не мыслило себя без нее. И церковь играла, вы знаете ли, объединяющую роль, когда все люди равны перед Богом. И вот видите, что получилось, что мир этот распадался, распадалась империя. Церковь очень стремилась собрать опять империю, потому что распадающийся мир не входил в планы церкви. Вы помните град Божий? Вы помните убеждение Августина, что задача нашего тысячелетия, в котором вот это все происходит, первое тысячелетие, подготовить мир к приходу Христа, и чтобы все это было готово, все было собрано в одно. Потом еще преобладание было общей веры над личной. Душе разрешается приближаться к Богу только через общественное сознание, представленное священным порядком. Поэтому для народа важнейшее значение имеют конкретика. Надо видеть Мадонну, святых, ангелов, демонов,
В этом суть веры была. Отсюда же возникнуты крестовые походы. Люди в массе своей не умели приближаться к Богу духом и в молитвах. Вы знаете, что крушение феодализма, крушение империи будет тогда, когда появятся первые мистики, которые скажут, Богу можно молиться непосредственно. Это будет подрыв всей системы священного порядка. Я могу без всякой церкви, без всякого священника, без всякого посредника идти прямо к Богу. Понимаете как? И поэтому мейстер Экхарт будет это проповедовать, любить Бога, проповедовать так. И уже был приговор вынесен в инквизиции ему, но он раньше умрет. Это будет с вами позже, будем говорить, это предшественники реформации. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Дальше какой конец этой империи? Два слова осталось мне сказать. Значит, у римлян и у тевтонцев был разный принцип наследования. Империя – это объединение римлян и тевтонцев, да, мы говорили с вами. Но у них был разный принцип наследования. Римляне считали, что империя неделима. Наследник один. Это империя Карла Великого. Ну, вообще, вот империя, которая была римская, она неделима. Там никогда не было 10 императоров. Объединение римлян и тевтонцев, которое получилось в результате провозглашения Карла императором. А, это вот эта вот империя получилась. Да. И присоединение было к Франции, Ломбардии и Саксонии. Вот у вас на картах показано, где прирастил. Есть какая-нибудь карта? Нету карты. Нет, это походы. Ну, в общем, Франция, и к ней Карл прирастил. Саксонию прирастил Ломбардию. Вы знаете немножко историю вообще, что из-за чего была Первая мировая война и Вторая мировая война? Вот она тут заложена. Потому что сейчас я расскажу вам, как Карл Великий разделил эту империю. У тевтонцев был другой принцип. Между всеми сыновьями делить. Как раз вам, на всех. Да. Германцы делили земли между сыновьями. У Карла Великого был один сын, Людовик Благочестивый, все в порядке. Но у Людовика было три сына. Между ними возникли распри. Поэтому в 843 году в Вердене был подписан договор о разделе земель. Вот это, слушайте, самое важное, собственно, образование Европы, вот оно и тут и происходит. Это разделение земель империи Карла Великого после смерти уже не его, а его сына. Франции досталось Карлу Лысому. Германия досталась Людовику. Раньше это была Римская империя, а теперь это два государства стало. Франция и Германия стали двумя государствами. Мои дорогие, дайте я забегу немножко вперед. Вся реформация будет возможна именно потому, что возникнут сильные, независимые, национальные государства. Начало положено тут, вот. Разделили. Франция одному, Германия другому. Это уже будущее отдельное, независимое государство. Сейчас последнее слово. Там будет еще третий сын, Лотарь. Он был владельцем промежуточной территории, что породило соперничество за нее до нашего времени. Лотарю досталась Италия, Лотарингия. Я скажу волшебные два слова. Вы должны что-то по истории помнить из школьного курса. Это то претендовала Франция на них, то Германия отхватывала от Франции Эльзас и Лотарингию. Это одна там война. А другая война – это обратно. Франция
себе присоединяла. Вы понимаете, как? Это была промежуточная территория, спорная, которая до сих пор, вот она все промежуточная находится. А сейчас кому принадлежит?